Я рад вас всех приветствовать на своем канале. Здравствуйте, как вас зовут? Вас как зовут? Меня зовут Елена. А вы зачем мне звоните? Меня зовут Елена, администратор компании ВКБ. Я хочу. А вам звонят такие люди? Ребят, напишите комментарии. Что подарят вам? Какие дадут наша вам? Наша встреча состоится 19 января во вторник в Белгороде. Угу. А за день до мероприятия я перезвоню и сообщу. Это звонит автоответчик, а вы ему что-то говорите. Да-да. Начало мероприятия в 10:00. Да. А как вас зовут? Меня зовут Елена. А что, какие подарки нам будут? Халява. Подарки какие? А просто за то, что вы к нам пришли, в благодарность. Видите? От нашего спонсора. Благодарность. Спонсора, халява. Подарок, спонсор. А вам звонят люди? Вот такие вот, памяти. Непонятно что. А также благодаря широкому... Кто был на этих встречах? Напишите в комментариях, что там бывает. А камера какого? Подскажите, пожалуйста, ваш личный номер мобильного телефона, на который я могу отправить смс-сообщение с кодом регистрации. +7. Пожалуйста, давайте ближе к сути. Я позвонила вам только для +7. Скажите, так вы будете гостем на нашем канале? Да, 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 буду. +7. Номер телефона. Будьте добры, а продиктуйте, пожалуйста, ваш личный номер мобильного телефона. Я же диктую. +7. 495. 00. 9. Хорошо. 83. Так, отлично. 57. Хорошо. А вы знаете, чей это номер? Да, чей? Конечно. А чей? Да. А вы бот или робот? Скажите честно, вот. Ну, смотрите, здесь дело может быть в том, что я с вами разговариваю через специальную гарнитуру, которая автоматически отключается, если я в этот момент ничего не говорю. Поэтому вам могло так показаться. Да нет, вам говорит что-то одно, вы говорите другое. Это что, у вас какой-то запись? И подскажите, пожалуйста, еще ваше имя и фамилию, чтобы я забронировала для вас места в зале. Пупкин Алексей. Пупкин. Так, отлично. Да. А вы бот или робот? Скажите, пожалуйста. Меня зовут Елена. Угу. А вы чей представитель? Наша компания называется ЕКП. Мы занимаемся организацией... И пошла по кругу. Мне кажется, что это робот или кто-то жизни. Разговаривает. А вы как думаете, ребят? Скажите, были так я могу ли на вы? Вас рассчитывать? Да, да, вы всегда можете на нас рассчитывать. Мы всегда вам принесем деньги, дадим их. Наши родственники, знакомые, все принесут вам, дадим деньги. Так, и отлично. Мы будем довольны, и вы будете довольны. Мы будем с регистратором дешевым, который 200 рублей стоит. Хорошо. Да? А вас, как, вам это понравится? Вы будете рады? Да, конечно. А вы людей обманываете или нет? Нет. Вот я не знаю, может, правда это или нет. Пусть люди напишут, правильно, в комментариях, нет. Что нет. Нет. Так у вас что, заглохло, что ли? Вы робот? Нет. А кто вы? Нет. Что, заглохло? Так вы будете гостем на наше мероприятие? Нет. Скажите, пожалуйста, нет. А почему все-таки отказ? Скажите, пожалуйста, нет. А почему все-таки отказ? Нет. Угу, понятно. А вас как зовут? Я буду на мероприятии. Когда приходить? Меня зовут Елена. А меня Александр. Угу, ясно. Так и вы будете у нас на мероприятии, девушка? Или кто вы там? Да. А вы что за программа? С кем я имею разговор? На нашей встрече будут представлены новейшие модели массажных кресел от известного мирового кресел. Японского... Кресел, да? На нашей встрече будут представлены новейшие модели вот, придете, вам дадут кресла. От известного мирового японского да. бренда Хмута. Какие-то китайские. Они выполняют функции... А потом вам их будут впаривать вот через какие-нибудь... возможность пройти сеанс массажа. Я не знаю, там...
Да. Скажите, так я могу на вас рассчитывать? Расскажите, что за кровати, какого качества? Этого я, к сожалению, не знаю, но на все ваши вопросы смогут ответить организаторы уже на самом деле. Ага, только придите, мы вас сразу обуем. А какого возраста люди вам должны приходить? Возраст какой вам важен? Людей. Мы приглашаем гостей от 35 до 65 Понятно. Лет. Подскажите, пожалуйста, сколько вам полных лет? Нам 78. Подскажите, пожалуйста, а с вами рядом есть сейчас кто-то из ваших родных или близких, входящих в нашу возрастную категорию? Вы могли бы передать им трубку? Да. Сейчас. Алло, кто это? Елена, ты? Здравствуйте. Да, мне 35. Я жду, кому отдать деньги. Меня зовут Елена, администратор компании ВКБ. Я хочу пригласить вас на бесплатное вот мероприятие. Ищут лохов, потом вам эти кровати будут давать в кредит. Люди вот брали кредит там кровати. Абсолютно бесплатно. И по 300 тысяч. Вначале дадут вам какие-нибудь... Затем ставить свой коврики. Вот покажите это видео своим родителям. И кто-то ходил на эти японские кровати. Напишите в комментариях, что там творится, что там бывает. Пусть люди знают. Я просто не был, не знаю и не пойду. А массаж вы сделаете бесплатно? Массаж сделаете бесплатно? На нашем мероприятии действительно все бесплатно. Как и вход на саму встречу, так и гарантированные подарки. Объяснить это могу... Ну это робот говорит. Понимаете? Спонсор, что там спонсор ваш хочет сделать? Извините, но я не знаю. А вы что хотите сделать? Пожалуйста, давайте ближе к сути. Давайте к сути. Сколько денег брать с собой? На сколько денег вы нас обуете, чтобы мы знали? Японские это, оборудование российскими деньгами. На нашем мероприятии никаких продаж не будет, так что насчет этого можете не волноваться. А что будет? Пробные будут какие-нибудь пробники давать пенсионерам? На нашей встрече будут представлять. Да, конечно. Какие? Ой, видите, уже что-то будут давать. А что за пробники будете давать? Этого я, к сожалению, не знаю, но на все ваши вопросы смогут ответить организаторы уже на самой встрече. Елена, а еще что-нибудь расскажете про эту встречу? Нет. Ну, что-нибудь интересное для людей, чтобы люди знали, зачем они туда пойдут, дадут им какие-то пробники, потом что-то... Спасибо за внимание, всего вам доброго. Да. Вот смотрите, звонят вот такие вот лохотронщики, у меня знакомые бабушки-соседки, дали какой-то пробник для стирки, она постирала вещи, там еще что-то, дали расписаться, пригласили на эти сковородки, дали ей сковородки... Она взяла сковородку, сочельник, еще что-то. Тоже вот так навстречу пошла. Потом другой знакомый тоже взял. Эта бабушка не стала там ничего делать, просто положила. Ну, как раньше, старики покупают, кладут. Потом достают, когда надо, на черный день. А знакомый другой взял эти сковородки, начал жарить. Через месяц к нему звонок в дверь, а мы вам их дали в рассрочку. Они стоят... 60 тысяч рублей эти сковородки. Он думал, чугунные. Говорит, ну, уже пожарил, как вернуть? То есть вам дают, через весь к вам приходит, а вещь уже бэушная, вы уже на ней пожарили. Покажите это видео своим бабушкам, дедушкам, мамам, чтобы знали. И никакого мошенничества. Потом он говорит, ладно, буду платить. 4 сковородки, ножи, сочельник, 60 тысяч рублей. Потом раз этой фирмы нету, эта фирма брала в другой фирме, кредит, его вызывают, вы же должны той фирмы, а эта фирма у нас брала, с процентами вам выходит 120 тысяч рублей. И он выплачивал с пенсии 120 тысяч рублей. А бабушке я помог, пришли, они, мы их вызвали, я сказал, чтобы они забрали свой товар, они сказали, половину заберут, половину нет, один косил под какого-то француза или кого-то там, акцент ломал, делал. Ну, в итоге мы отдали им все эти сковородки, сочельники, и бабушка не стала им ничего должна. Она плакала, до сих пор звонит, благодарит меня. Покажите это видео своим мамам, не бывает ничего бесплатного. Пришли, дали, сделали массажи, впарили и тому подобное. Видеорегистратор самый дешевый на сегодняшний день, это может 300-400 рублей максимум.
вам дадут его, как скажут, что он стоит там 25 тысяч, вы обрадуетесь, каждый побежит за новым видеорегистратором. Но под ним подразумевается какое-то мошенничество, что-то впаривать будут, поэтому не будьте такие вот наивны. Пишите комментарии, что вы думаете про это. С вами был Роман, до скорых встреч, пока-пока.